Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть Union of Gnomes. Гномонтанума. Попасть в Гномонтанума без тяжелых боев не получится. На удачу гномов в лагере отряда объявился агент. Этот гном – мастер маскировки и тайных операций. Он давно вынашивал планы проникновения в Гномонтанума. Все, что ему было нужно – небольшой отряд смельчаков, таких как «Наше сопротивление». Тюрьмой управляет мальчик Спальчик, безумный коротышка, который лично пытает и допрашивает гномов. Если гномы одолеют его и попутно выпустят побольше узников из камер, Гномонтанум упадет. Отправляемся. Я вот взял стрелодела. Выбирает гнома и сбрасывает. Дает силу 3. По-моему, неплохо. Смотри, как много сосисек. А сокровищ нигде нет. Ну как так-то? Вперед. Ловец. И тухлая крыса. Так, что мы скинем? Да, так. Ну сейчас, наверное, лечение. Он же не навсегда скидывается. Так, сейчас нас траванут. Вот крыса. Еще доктор. Давайте доктора возьмем. Доктор, это хорошо. Доктор пригодится. Только он сосиски жрет много. Дровосек и палач. Ну, палача, кстати, хпшка-то такая охренительная, я бы сказал. Все равно до хрена. Ну, наверное, пока не надо. Нельзя разыгрывать, когда играете гномом мастера, наносит 3 урона герою. Что значит гном мастер? Я получил урона. Так, а это что такое? Удаляет одного гнома в фургоне.
Ну 37-то можно снять. Сейчас просто атака и все. Так, цепочка. Трактирщик, мастер кунг-фу. Ничего не хочу. Так, квест. Ваш отряд продвигается по коридорам тюрьмы. Идущий впереди гном прикладывает палец к губам. Вы выглядываете из-за поворота и видите пост караул. Три стражника, двое спят, один сторожит. На столе рядом с ним тарелка с хот-догами и свернутая гирлянда сосисек. Выстрелить из лука в стражника. Украсть хот-доги незаметно. Уходим. Выстрелить из лука в стражника. Со звонким щелчком стрела пробивает шлем и голову стражника насквозь. Он оборачивается в вашу сторону и оглядывается. Гномы в шоке, но стражник не замечает стрелу в голове. «Кто здесь?» — рычит стражник и начинает двигаться в вашу сторону. Какой-то зомбак просто. Присесть на корточки, выстрелить из лука в стражника еще раз. Выстрелить. Стражник с грохотом падает на пол. Два других стражника просыпаются. «Кто здесь?» Присесть на корточки. А вы с отрядом приседаете на корточке. Стражники проходят мимо вас. Вас не видят. Да вы просто мастера скрытности. Стражники находят оглушенного напарника. Кто сделал это? Здесь кто-то шарится, рычит один из них. Оглушить стражника. Вы оглушили еще одного стражника. Он с грохотом падает на пол. Последний стражник поворачивается к вам и обнаруживает вас. Стой, преступное отродье. Теперь боя не миновать. В бой. Не, ну это вообще смешно просто. Двести сосисек, нормальная тема. Надо было посмотреть, сколько до следующих. Ну, наверное, потратим деньги все-таки на тренировки. Что-то пока разницу не могу понять. А, он не будет требовать маны. Ну, дальше погнали. Так, вот через квест и сосиски, отлично. Так и пойдем. Поросятница и белые крыски. Ты новенькая.
И в результате бью эту крысу. Зато как уверенно. Жонглёра. Квест. Неожиданно под вашим отрядом провалится пол. Вы падаете в темноту. К счастью, все живы. Похоже, в катакомбах под Гномонтанома. Едкий зеленый туман поднимается от мерцающего мха на полу. Гном начинает кашлять и вздыхаться. Надо срочно искать выход. Луч света бьет через подвал, откуда вы свалились в катакомбы. В этой пещере есть люк, но он слишком высоко, до него не достать. Отсюда есть два хода, налево или направо? Направо. Этот проход перекрыт обвалом, это тупик. Из-под завала торчит сундук. Его раздавил камнем, он полон золота, 500 золотых. Луч света бьет так, налево. Водопад, бьющий откуда-то сверху, наполняет озеро в этой пещере. Ядовитый мох покрывает берег. Здесь на нем растут крошечные фиолетовые цветы. Куда свернем? Направо. Растет гигантский светящийся гриб. Отсюда два хода. Направо. Так, это длинный коридор, сгибающийся вправо. В стене есть зарешетчатое окно наружу. Вы с наслаждением вдыхаете свежий воздух. Коридор заканчивается люком в полу. Прыгнуть вниз. Итак, луч света бьет через подвал. Откуда вы свалились в катакомб? В этой пещере есть... А, мы опять вернулись. Фиолетовые цветы. Так, а я тут направо. Если направо, я буду восстанавливать ХП. И все заново повторяется. Значит, направо. Сейчас. Погоди. Значит, налево, направо, направо. Так, туплю. Значит, большой светящийся гриб. Налево. Через эту пещеру течет ручей. Здесь снова развилка. Слева грот, куда бежит ручей. Берега поросли мхом с фиолетовыми цветами. Справа проход, заросший свисающими с потолка растениями. Направо. Выход, ура, 700 опыта. Где сосиски? А до сосиски еще идти. Два сражения. Красная крыса. Нет, три уклонения, нифига себе. Замочили крысу. Иммунитет ко всем врагам. Неплохая вещь. Но не будем брать. Так, элита.
О, надзиратели, чпок, чпок, чпок. Не очень, да, ситуация. Ну и потратить сосиски. Просто хреначить. По чуть-чуть, потихонечку, помаленечку. 20 сосисек, 10 урона всем. Это еще какая-то фигня. 15 сосисек и поменяешь броню в здоровье. Кроме как под яд, это вообще не имеет никакого смысла. Ну ладно, давай. Жалко, нету силка. Столько карты. А важнейших вещей нет. Кинул 7. Говнюк. Уязвимость, подонок. Давайте возьмем. Так, ну денег у нас 6 сотен. Надо улучшать своих пацанов. Пока хватит. Так, квест. ХПшку на улучшение гнома. Ну давай. Здесь мы полечимся.
Так, квест. Опять предлагает улучшить гномов, прикинь. Рандомные какие-то чуваки. Не очень-то они мне нужны. Только сосиски мои жрать будут, падлы. Госпожа Боли. Разберемся в следующем раунде. Спасибо, не надо. Вы не охренели, гаденыша? Thank you.
Не жалко, такой урон пропадает. Надо в надзирателя. Хоть он и лечился. Надо же, не кританул. Надо попробовать полечиться, но он мне сейчас 11 снимет. Ну, 48, нормально. Вот есть какой-то Спартак. Что-то там с проклятиями работает. А же я здесь смогу купить-то на этом шаге. Улучшить оставшегося. Так, вытягивает все равно одного гнома. Уязвимость на 3 хода. Так, 59 сосисек. Мальчик с пальчик. Пока в бою есть другие противники, он прячется за ними. То есть он, видимо, не получает урон, пока мы этих крыс не вынесем. Ты не очень. Так, а это что такое? Я думал, это и есть защита. А, он, ёпта, он не получает же урон. Ну, теперь будет получать. Внимательность, мой конек. А, он зовет. Четко ты, конечно, позвал.
чума. Любое лечение обнуляется. Хреново. Этот-то не получает урон, он закрывает, сука. Я еще получаю какие-то ответки. Полтинник сносит. Сука. Да не, по-моему, шансов у меня немного. Ну, конечно, он мне вот эту херню пихает. Ну, зашибись. Ничего я сделать не могу тут. Че, у крысы, блин, защита 9. Ну, ворота у нее нет. Вот и все. Level up. Пушка наносит 18 урона. Разведчик. Применяет метка ко всем врагам. Любой урон по цели становится критическим. 11 брони дает. Ну хорошо. Да, детка, мы сделали это. Радар, прием. Готовим фейерверки и начинаем жарить сотни 4. Нет, лучше 10 сотен сосисек. Нас теперь много. Гномонтанума теперь просто дымящаяся куча старых камней. Ура! Готовьтесь принять в лагерь новых членов сопротивления. Так, ну хорошо. Прием, шеф, это невероятно. Мы сейчас же начнем расширять лагерь. Как вам это удалось? Во многом благодаря агенту его фамилия. Кола, радар, ми амиго. Вы знаете друг друга? Шеф, я тебе потом расскажу. Если вы освободили ребят агента, это невероятная находка для нашего сопротивления. Их клан подпольщиков, главные мастера разведки и тайных операций среди всех гномов. Агент хочет сказать что-то важное. Ребят, тихо, бро. Мы и моя фамилия, может, семья, имеем связи по всему королевству. И то, что мы слышим... Белоснежка уничтожила доброе имя гномов. Гномы дикие, опасные. Нас надо перевоспитывать. Все королевство верит в это. Поэтому разрушить Гномонтанума — это лишь первый шаг, амигос. Если мы не оставим пропаганду этой... что-то там, то, добравшись до Белоснежки, мы будем сражаться не только с ней. Против нас станут все, амигос. Как с этим бороться? Я догадываюсь, о чем говорит агент. В долине фестивалей последние несколько месяцев идет шоу «Фабрика грез». Там на арене Великого Оза сражаются лучшие бойцы королевства против диких гномов. Я не придал этому значения, но теперь понял. На аренах сражаются зачарованные гномы. Их, а значит и всех нас, выставляют дикими животными. Получается, Белоснежка спланированно очерняет нас. И это не все. Ее типография печатает лживые новости о нападении диких гномов. Ходят слухи, что на южном рынке делают модную одежду прямо из гномов. Нашу кровь используют как краску. Мы уже товар, амиго. Отправляемся в долину фестивалей.
И это все? А, загляните в бесконечный кошмар или пройдите сложный квест. Следите за носом. Это только разгон. Ну вообще, относительно демки-то контента чуть-чуть, вот чуть-чуть, вот прям чуть-чуть меньше, чем нихера, я бы сказал. Пройдите бесконечный кошмар. Давай посмотрим, что это такое. Ну у меня-то коллектив отличный. Двадцать урона. Неприятный какой противник. Вынудил меня потерять хп. Ведь хочешь удалить гнома? Награда. Полечиться. Купить сосисек. Награда. Дай еще чувака с вилками. Две псины? Насколько тут все неравноценно. Лечит и поглощает все опьянения. Исцеляет за каждое по единичке. Ну давай возьмем вот это. Надо будет удалить. Улучшить случайного гнома. Улучшить случайного гнома ближнего боя. Дай случайного. А, все. Тут очень много тогда от рандома зависит. Просто наград давай. Сбрасывает проклятие из руки и вытягивает двух гномов. Удаляет всех проклятых гномов в руке. Наносит 10 урона за каждого. Долгосрочно, тут, мне кажется, хорошая вещь. Ну, если попадать на каких-то реально сильных противников. С одной хпшкой. Удалить гнома.
Да не, вот это будет. Давайте. Один с урона. Все четко. Максимальное здоровье плюс 10. Неплохо. Ну, 14 урона много. Гаденыш. Пятьдесят сосисек. Удалить гнома. А у меня, кстати, таланты еще появились. Один. Урон гномам дальнего боя. Вот это возьмем. Так, а здесь на троечку что можно? Бонус гномам лекаря. Давайте. Пятьдесят сосисек. Еще увеличить хпшку на 10. Ну, пока все очень медленно. Ну, посмотрим, псина с хп 19. Не, ну это же очень плохо сбалансировано. На чем думают разработчики-то? Главарь бандитов. А, он зовет. Ну, зови. Собачек позвал.
Да не, ну шансов у меня никаких нет. Только уж если мне зелень вот так вот будет Соня наносит 5 урона, плюс 5 к урону в этом бою, если не играть его. Наносит 5 урона. Плюс 5 к урону в этом бою, если не играть его. Не совсем понятно. Так, лучше случайного гнома. Спартак. Знал, кого лучше. Ну что он мне все хероту какую-то кидает? Ну, говнюк просто. Было раньше использовать, блин, хрень какая. Ну, не спасло бы мне это. Там 9 урона, все разница. Но можно было бомбочку использовать. Да. Хрен с ним, в следующий раз. Сыграем правильно.
Наконец-то нужного гнома улучшил. Ну как тут все медленно. А почему у кота сразу урон такой большой? Улучшить двух случайных гномов. Давай. Пойдет. Двенадцать и шестнадцать. Восемнадцать урона. Все четко. Так, улучшить еще случайного гнома. Увеличить хпшку. А, у меня нет. У меня нет. Нет бабок. Наград. Выбирает и достает одного гнома из сброса. Наверное, вот этот инвалид. Два крестьянина, но это смешно просто. Ну, повторное использование. Не, удалить. Надо меньше колоду. Не так, куча мусора.
еще удалить. Дать вот этого. Не, ну какие-то тут слишком простые. Слишком простые противники. Где хоть какой-то челлендж? На 50-м? Так, голубя. Да. Ничего он не сделает, этот голубь. Ну, у меня уже атака, просто любые три карточки атаки. Вот и все. Улучшить случайного гнома дальнего боя. Не хватает. Ни на что не хватает денег. Джанга. Наносит 6 урона, удаляет проклятие в руке. Удаляет последний баф или дебаф в цели. Ну, давай. Ты прикалываешься, что ли? А, ну мне зато псы как здорово поставил. У меня куча карточек, которые атакуют. Ну как можно такое говно расставить?
Ну где три атаки, но... Ты заколебал меня уже этим стражем, Спартаком. На это же херота. Не так уже атака огромная. Генерал. Неплохо они мне отхреначили. 19. Вот эта ситуация-то не очень хорошая. А где же мои уклонения? Ну, расчет только, что не попадут. Попали. Вот так вот. Печальная концовка. Не прошел даже 20-й. Неравноценные противники, конечно. Ну, вообще, удивлен, конечно, что так относительно демки мало контента. А тут нет никаких секретных. Ну тут все вообще прошли. Черный лес. Ну видишь, вроде карта и сюда идет. И наверх идет. А по факту нихера. Ну видишь, и здесь что-то есть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До встречи в следующих видео. Всем пока.